Добрый день, меня зовут Роман Яцумира, я представитель компании BASF. Сегодня я нахожусь на поле компании Романовского, которая выращивает гибриды арбуза. Я нахожусь на поле с талисманом. Компания, наш давний партнер уже на протяжении 10 лет, выращивает наши гибриды. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Мы находимся в Краснодарском крае, Кавказском районе. Здесь непосредственно мы находимся на поле, где посажен гибрид «Талисман» Нунемс. Посадка была произведена 25 мая. Через пару дней будет производиться уборка. Что хочу сказать по этому гибриду? Гибрид средне-ранний, гибрид очень хороший, дает хороший накат, хорошая ботва, гибрид очень сладкий. Уже 10 лет выращиваем этот гибрид и проблем никаких особых не видим. Здесь его посажено более 30 гектар. Сажали его как семечкой, так и рассадой. Рассаду в основном сажаем в термос, чтобы получить более ранние урожаи. И в дальнейшем высаживаем уже семечко для более позднего сбора. Сажаем мы все под капельный полив. Гибрид очень хороший тем, что у него очень хорошая транспортировка. Мякоть очень сладкая. Где-то порядка 13-14 бриксов можно достичь. Данный гибрид вырастает где-то до 12 килограмм, но при необходимости можно снизить калибр, просто загустив высадку. Также данный гибрид очень хорошо знает рынок. Рынок прекрасно его берет за его цвет. Его все, в принципе, знают, угадывают. Благодаря ботве он получается защищен от жары, и любые погодные условия ему не страшны. Так же, как и дожди, так же и жара, он хорошо устойчив. Даже после созревания ботва также оставляет свои защитные свойства от прямых попаданий солнечных лучей, что очень важно для сухого жаркого климата. Данный гибрид хорошо переносит различные температурные условия, хорошо переносит дожди, засуху. Проблем со сгоранием арбуза или с упадком ботвы тоже не встречались. Благодаря хорошей ботве вторая зависть уже наливается уже практически там за 2-3 недели после сбора первого урожая. Данный гибрид мы собираем двумя сборами. Второй сбор где-то получается процентов 30-40 от первого сбора. И в круговую получается порядка 100-110 тонн с урожая. Данный гибрид в принципе не нуждается в никаких доработках. Все в нем самое необходимое и нужное присутствует. Это и вкус, это и сладость, и урожайность. Гибрид очень хороший. Мы его, повторюсь, выращиваем уже более 10 лет. Нас сильно он радует очень своими хорошими качествами и легкостью в реализации. Давайте посмотрим его в разрезе. Посмотрите, кожура средней толщины, что не ущемляет в объеме мякоти, но при этом очень устойчив к транспортировке. Мы эти арбузы также транспортируем на дальние расстояния. Это Мурманск, например. Мякоть имеет хрустящий, очень сочный, сладкий вкус. Семечка небольшого размера, их здесь такое большое количество, что больше остается времени именно наслаждаться вкусом, а не выбирать ее. Давайте. Какие самые дальние расстояния, куда его отправляют? Ну, мы самое далеко отправляли это в Мурманск. Арбуз доходил в хорошем состоянии, с минимальным процентом именно разбитого колота, да, и потерь. Практически потерь не было. Это очень хорошо, что наш арбуз будут кушать и на севере. Да, очень плотно и хрустящая мякоть. Очень вкусно.
6 августа 2019 года на полях компании «Романовская» загружена фура, которая отправляется в город Орел. Здесь 20 тонн нашего прекрасного арбуза «Талисман».